Ту-ту-ту. Ой, ребят, сорян, я к вам привел монстра. Ой, дерьмо. Я не хотел. Я не хотел, это он плохой, а не я. Это он плохой, а не я. Так, а мы валим домой быстро. Всем привет, с вами Ворм, это игра под названием Спор. Это у нас Десформус такой страшненький, но при этом няшный. И мы продолжаем ее изучать, проходить. Остановились на том, что пришли в новое стадо, в новое гнездовье наше. И теперь идем дальше к следующему нашему поселению. Постепенно все изучаем, рассматриваем, смотрим. Йо. Это Чочоко-монстр. Что-то вроде здешнего Т-рекса, опасного злого монстра, которого в итоге в приоритете, я думаю, мы завалим все-таки. Да. Это было бы классно. Так, для начала хочу посмотреть, что у меня идет вообще по рангу. У нас адаптация на самом верху. Нужно ее подкачать, прям, чтобы она вообще у нас была четкая. Ну, чтобы она была как можно ниже, чтобы потом можно было примириться со всеми. Сейчас мы отправляемся в поселение в наше, следующее. По пути собираем кости. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Собираем кости, собираем новые детали. И идем в наше гнездо. Оно, по идее, там будет уже финальное. Суть в том, что я хочу до него дойти до самого конца, чтобы у меня всегда можно было набирать войска. Потому что у меня есть еще два слота свободных для наших существ. И нужно их пополнить, собственно. Потому что иначе мы не потянем вообще, в принципе, общение с другими существами. Вот. Какие-то стрёмные, ребята. Окей, потихонечку идем. Не знаю, на самом деле, зачем я крылья сделал. Летать-то мы, может, и умеем, но нафига, собственно. О, я вообще не в ту сторону пошел, да? В самое начало вернулся, получается. Ну да, ну да. Окей, погнали тогда. Напрямую, может быть, доберемся так. Как он вообще на таких крылышках летает маленьких? Дурилка. Так, это истребленное гнездо. О, это взлетная полоса. Ну-ка, погнали на нее. Уи. Надеюсь, разбиться он не сможет. Но хотя он парит же, поэтому не должен, в принципе. Ну да. Так, пожрать надо что-нибудь, да? Достаешь, достаешь. Красавчик. Преимущество прямоходящего существа. То, что может срывать фрукты, растущие высоко. О, у вас тут костей дофига, я смотрю. А вы не умеете их изучать, а я зато умею. Никчемные душонки. Ну и, собственно, мы пришли... Опа. Стоп, 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 стоп. Давайте подружимся с ним. Давайте ему поможем. Если сможем. Я сейчас так сдохну, походу, да? Да. Окей, вы успели дойти до гнезда. Там просто они напали на одиночку. Тут есть, короче, существа-одиночки. У меня заставка сломалась. Ну, офигеть. Короче, они там, как обычно, прибежали. Сейчас чинят гнездо, и гнездо сейчас будет еще больше, чем сейчас. Да. Сломали заставку. Вот теперь такое у нас гнездо. Крупное и большое. Так, в общем, существа-одиночки есть, которых можно взять себе в пати, в принципе. Поэтому я хотел с ним подружиться, но у него напали зловредные существа, которых нам нужно победить, и мы победим, в принципе, собственно. Для начала нужно взять себе кому-нибудь еще в пати. А, ты уже со мной в пати, да? Окей. Okay.
Так, это романтическая связка. Ну давай. Позирование. Окей. Супер, теперь у нас в пати 4 человека. Максимальное количество. Существа больше никуда уходить не будут. И мы можем отомстить сейчас тем, кто на нас нападал. Прям вообще всем, причем. Сейчас я вас научу, сука, правил хорошего тона с соседями. Ну, сейчас наши убьют. Так, хаваем, хаваем. Хилимся, ребят. Вон еще злые, смотри, стоят. Вегетарианец, да? Ха-ха, спалился. Так, хаваем, отхиливаемся. Нормально. Так, осталось еще одного такого найти. А, еще трех даже, смотри-ка. Кентаврио этих. Что у нас по адаптации? Не особо вниз продвигается у нас процесс. В общем, нам нужно убить еще где-то 5-7 поселений. Вообще можно до 10, я думаю, их догнать, убить поселения эти. После чего же можно будет спокойно дружить со всеми остальными, с кем потребуется. Там я вижу еще одних враждебных существ. Сейчас мы с ним тоже познакомимся поближе. Не смей рычать на меня, нищее существо. А вот с этим мы будем дружить. О, вожак, отлично. С вожака всегда падает новый этот. О, супер. У нас еще и мозг вырос. Я теперь не смогу отслеживать адаптацию. Опа, мозг вырос за рамки. Мы теперь разумное существо. Супер. Поздравляем, существо еще на шаг приблизилось к обретению разума. Скоро оно может перейти на этап племя. Итак, существо достигло вершины пищевой цепочки. Когда захотите перейти к созданию племени, щелкните на кнопки нового этапа. Но сперва откройте редактор существ и внесите необходимые изменения. После перехода на этап племя вы не сможете модифицировать строение существ. Обязательно добавьте руки, если вы этого не сделали. Без них племя не сможет пользоваться инструментами. Эй, стой! Стой, говорю! Эй, петух жирный. Стой, говорю! Сука, а? Блин, а я не умею делать то, что он делает. Не злись, макака. Давай другой очередь, давай споем. Во! Опять мы умеем. А так я не умею, я умею что-то танцевать охеренно, видал, как могу? Супер, с ним подружились, теперь можно... Он теперь с нами будет ходить или что? Нет, он не будет ходить с нами. Нужно одного из наших выкинуть. Давай, давай, иди домой. А с тобой мы сейчас подружимся и возьмем с собой в патию, давай. Это круче, чем твое позирование. Ну согласись, что ты жмотишься. Да-да-да. У меня нет просто этой херни, которая у него делает. То есть это кокетство, да, он делает позирование именно. Красава. Вот теперь он добавился к нам в пати, он тебе будет ходить вместе с нами. Это очень хорошо, потому что он является довольно мощным существом.
Вот. Ну, насколько мощным? То есть, вот у нас, допустим, если по 106 КП, да, у него 250, как бы, ну, разница заметна прям в циферном значении налицо. Так. Дай-ка я подниму эту штуку. Подвинись, пожалуйста, обезьянка. Обезьянка, отойди, пожалуйста, я хочу кости подобрать. Благодарю. Так. Соберем сначала, ну, перед переходом на следующий этап мы сначала соберем вообще все возможное. Дружить мы больше ни с кем не будем. Сохраняем нейтралитет, только деремся. И главное, думаю, собрать как можно больше частей всяких этих для адаптации. И потом в итоге еще желательно убить нам чудовище. Ну, монстра, точнее, который огромный там ходит. Ага. Жрутся, да? Враждебные. Сука, душа. Истребили. Нормально. Стрёмные вообще чувырлки, я не знаю, как их назвать по-другому. Ну, знакомиться с ними не буду. О, телепузики. Это кто вообще такие какие-то голубые медведи? О, это кто? Кремлоны какие-то. Война, смотри, а. Они сами напали, мне не нравится, они похожи на летучих мышей. Поможем этим медведям. А чё они напали на этих бедных синих чувачков? Они вроде дружелюбные такие, а вы взяли напали. Кровосос чёрта, я пойду вас истреблять. Пленных не берем. Истреблены. Так, надо пожрать что-нибудь. Пойдемте в фруктов. Здоровое питание прежде всего. Не кушайте сырое мясо, ешьте фрукты. Давайте палку возьмем. Буду палка кидаться. Так, по-моему, еще кости были, я видел, не? Показалось мне. Что за жаба? Я могу бросить в нее палку, да? Типа, что за нахуй? Сорян. Просто палку в лицо кинуть. Нормальное вообще поведение? Опа! Враждебно, отлично. Потому что нехер на меня ручается, сука. English, motherfucker, do you speak it? Меня выделило? Не выделило. Опять жрать надо, да? Ну, собери сначала кости, да. Не, почему я нападаю на агрессивных, а не всех подряд? Потому что я слишком добрый, я не могу на нейтралов напасть. Потому что, ну, блин, они мне ничего не сделали.
А если начинает рычать как-то агриться, какую-то херню матом меня крыть, что-нибудь херню на меня нести, то, блин, я нападу. Потому что нехер быть мудаком. Вот этих обычных нейтральных мне как-то жалко. Они такие жалобные. Они же не нападают в атаку. Они просто начинают бояться и разбегаться в панике. Типа, что за хуйня, чувак? Зачем ты меня бьешь? Я же тебе ничего не сделал. Мне становится их жалко, я не могу. Мне прям вот реально жалко становится просто. Чисто по-человечески, чисто по десвормовски. Я вас в кости прошел забрать, потому что вы им пользоваться все равно не умеете. Окей. Фуд, насколько я знаю, заплывать нельзя далеко, потому что там морские чудовища находятся, или морские боги, которые будут в дальнейшем на этапе племя. Но об этом позже, об этом уже в следующей серии, скорее всего, когда мы на этап племя перейдем. Если мы перейдем вообще в следующей серии на этап племя. Я в этом пока особо не уверен. Скорее всего, в следующей серии мы будем валить гигантского босса. Так, ну с этой стороны вроде все изучили. Погнали куда-нибудь туда. О, наш племя. Здорово. А как вы тут оказались? Ха. Наши, смотри, уже по всей этой расселиваются. Все местности. О, явно враждебные. Если они скрюченные такие, у них костлявое выражение лица, они по-любому будут злые. Ага, вожак. В первую очередь желательно убивать именно вожаков, потому что вожаки с вожаков либо при знакомстве, либо при убийстве с них выпадает вот, то, что мы собираем сейчас, собственно. Я хочу собрать как можно больше фрагментов, сделать какое-нибудь существо, которое будет прям вот, не знаю, прям меня будет полностью всем устраивать. Потому что в процессе эволюции мы, скорее всего, потеряем хвосты, крылья точно потеряем. И будем более похожи на каких-то людей, может быть. Либо на кого-то из Dead Space, не знаю, монстра какого-нибудь. И, скорее всего, это будет последний вариант все-таки. То, что... Кто там стелс от меня начится? Вот как можно напасть на такое создание? Только ты посмотри на него. Посмотри вот это лицо. Это же просто головастик, не знаю. Макака-головый. О, вот на таких вот можно напасть, смотри. И видишь, мне кажется, издалека такие милые, да? Но смотри. Видал, что творит? Нет, ты видал? Нормально вообще? Таким сразу жопа. Всему поселению, всему племени. Еще один такой нужен, чтобы захватить. Опа. Жирафа-пес. Так, а где еще у меня здесь один такой круляш? О, сбил, смотри, яблоки. Блин, ну что за говно? Мне нужно еще одного убить, чтобы получить ДНК и этот материалы. Чирика. Чирики. У меня прозвище такое в армии было, Чирик. Ребят, эй, здорово. Подскажи, где Чирики? Не знаешь? Я не знаю. Ну фигово. Просрали племя одно. Один захват, потому что ну нету этих чириков. Может быть найдем где-нибудь в дальнейшем их. В принципе. Мы же уничтожив одно в принципе племя, уничтожаем их расу вообще как вид в целом вообще на нашей планете. О, кости вижу. Кости — это хорошо. Еще, думаю, еще одну расу истребим и пойдем
обновляться. Сами бы мы уже виделись, да, ребят? Взлетная полоса. Ей. Еще отсюда видим. Вон враждебная. Обезьяна ко мне. Давай. А вон, кстати, монстр исходит. Вожака, вожака, гандошин. Ну, вот детишек, в принципе, жалко, но что поделать. Закон выживания. Блин, вожаков не осталось, да, больше? О, черт, надо самим добить, пока к нам не прошел монстр. Монстр нас убьет, потому что нахер. Ох, сколько там костей-то, смотри, а? Блин, монстр сейчас всех положит. Он всех положил. Собираем быстро кости. Он всех положил, сука. Даже, блин, одинокого. Урод, урод. Ой, ребят, сорян, я к вам привел монстра. Ой, дерьмо. Я не хотел. Я не хотел, это он плохой, а не я. Это он плохой, а не я. Так, а мы валим домой быстро. Костя, собер... Ты можешь... О, дерьмо. Опусти меня, сука. Нет, он меня съел. Пусти меня, мразь. Воу-воу-воу-воу. Так, спокойно, переходим в полет, в полет. Спокойно. Лети, живи. Главное, выживи. Отлично. Супер, мы еще живые даже. Так, быстро возвращаемся в свое поселение. Нужно передать знания нашим потомкам. То, что есть такие монстры, их нужно истребить. Самый действенный способ с ними сражения — это дальнобойные выстрелы. Ну, это единственный навык, который я знаю, в принципе. Так, мы можем здесь? Можем. Что это за луна держится на воздухе? Окей. Давайте на этом серию закончим. В следующую серию как раз начнем с создания самого питомства. Всем потомства, точнее, нового вида. Всем, кто понравился, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте. Всем удачи, всем пока.